Мам, держи. Может, водички? Ну, где это скоро? Ну, сколько можно ждать? Катюх, ну успокойся. 10 минут назад, как позвонили. О, кажется, едет. Я пойду встречу. Ага. Здрасте. Здрасте. Тетя Люда, вы держитесь. Иночка, ты не оставляй Катюшу. Совсем одна. Это я виновата, что ни мужа, ни детей. Тетя Люда, ну что вы такое говорите? Каждый сам свою жизнь строит. Ты не понимаешь. Пожалуйста, можно быстрее сюда? Катя. Ты? Тетя Люде плохо. Пойдем. Где она? Держите ватку. Отдыхайте и следите за давлением. Угу. Сейчас не могу говорить. Перезвони. Если упадет, пейте таблетки, которые вам прописали. Главное, не превышать дозировку. Хорошо. Спасибо. Да не за что. Я провожу. До свидания. До свидания. У вас такая героическая профессия. Ваша жена наверняка вами гордится. Я не женат. Какое совпадение. Я тоже не замужем. Кстати, я Инна. Соседка, живу напротив. Тимофей, до свидания. О, какое у вас интересное имя. Такое брутальное. Вы в нашей больнице работаете? Сколько лет прошло, как вы расстались? 12? Хочешь чаю, мам? Сыграй мне что-нибудь. Твоя музыка – лучшее лекарство для меня. Да, работаю. А я косметолог-визажист. Так что мы с вами почти коллеги. А ваша соседка, она... Пианистка. В филармонии работает. Катюха у нас замужем за музыкой. Вечно в облаках летает. В отличие от куда более земной меня. То есть она не замужем? И не была никогда. А почему вы спрашиваете? Да так. До свидания. До свидания. Что случилось-то? Не успели, что ли? Я гнал. Да успели. Там просто рак легких 4-й стадии. Тут уж как ни гони. Ну, понятно. Все мы там будем, рано или поздно. Вызовы есть? Не, на базу. Что, там знакомые, что ли? Теща несостоявшаяся. Чего? Откуда, я что-то не понял? Ты у нас вроде холостяк убежденный. Вот потому убежденный.
Погодь, погодь, это невеста бросила, что ли? Поехали, Сань, поехали. Окей. Не могу. Мне к вступительным надо готовиться. Всем нужно, Оль, ну скажи. Никуда она не пойдет без своего студента, а то только на каникулы приедет. Хотя... Дима! Димка! Привет! Катюх, ты что, опять в облаках витаешь? А у меня для тебя сногсшибательная новость. Я выхожу замуж. За кого? За красавчика-врача, который только что приходил. Зовут Тимофей, не женат, работает в нашей больнице. Вот так сразу? Ты же даже не знаешь его. А что тут знать-то? Шикарный мужик. В таких делах нужно действовать решительно. Иначе одна к тридцатнику останешься вон как ты. Каждому свое. Ой, я тебя не понимаю, Катюх. Честное слово, столько лет одна. Я бы и полгода без мужика не протянула. Ну, хоть бы с дирижером своим роман закрутила, что ли. Ну а что? Он к тебе давно клинья подбивает. Егор не в моем вкусе. О, а кто в твоем вкусе? Первая школьная любовь, про которую мне тетя Люда рассказывала. Ну так боролась бы за него, если он тебе так нужен был. Нельзя заставить человека себя любить, а он меня бросил. Очень даже можно. Нет. Любовь — это как пазлы. Либо... Они сходятся, либо... Либо берешь ножницы и отрезаешь все ненужное, чтобы уж наверняка сошлось. Вообще проблем не вижу. Ну, а чё тетя Люда как? Спит. Чай остынет. Ничего, она как раз теплый любит. А вот эти анализы вы перепроверили? А, вот эти. Посмотрю. Ваша американо. Саня, у нас же в городе одна филармония. Ну, вроде да, чё. Так-так-так. Дорогой, я надеюсь, ты не собираешься приобщиться к прекрасному? У нас по плану шашлыки у меня на даче. Меня в кои веки жена отпустила. Да не переживай. Успею я. Мам, все? Спасибо, Катюша. Вроде морщин пока нет. Откуда им взяться? Совсем еще молодая. Ой, тетя Люд, не скажите. Жизнь тяжелая, экология поганая. Как бы седые волосы не полезли. Мне еще надо успеть удачно выйти замуж. Мам, ты как? Все в порядке. Все в порядке. И седыми любят. Если это, конечно, любовь. Мама твоя вон замуж вышла. Ой, тетя Люд, не напоминайте мне про Виталика, вот придушила бы. Что случилось? Не успел приехать, как уже возомнил себя хозяином. Ко мне клинья подбивает, вы представляете? Ну, а что ты квартиру не снимешь? Ты же нормально зарабатываешь. Легко сказать, сними квартиру. И урежь все свои потребности, ну уж нет, я привыкла жить на широкую ногу. Меня спасет только удачный поход в ЗАГС. Надеюсь, у доктора есть своя квартира. Не хочу по съемным мотаться. Это чей? Не мой. О, вот здесь.
Это его. Он забыл. Тимофей. А, ну. А вы не переживайте, я передам ему лично в руки. Сразу же после работы заеду и передам. А, кстати, о работе. Я же опаздываю. Тетя Люд, вы поправляйтесь. Пока. Спасибо тебе. Потом расскажу, как все прошло. Спасибо за заботу, Инночка. Счастливо. Значит, она не знает про вас с Тимофеем. Ну, а зачем? Между нами все давно в прошлом. О, как соседка? Еще не померла? Дурак. А вот нехорошо так с отчимом разговаривать. Клоун ты, а не отчим. Руку убрал. Ой-ой-ой, какие мы дерзкие, а? Привет. Что ты здесь делаешь? Тебя жду. Если ты по поводу телефона, тебе его привезет Инна вечером. Подожди. Кать, я хочу поговорить о нас. О нас? Спустя 12 лет? Вы переехали и даже адреса не оставили. Ты мне так ничего и не объяснила. Это я тебе должна была что-то объяснять. Катя, у вас все нормально? Да, здравствуйте. Хорошо. Пожалуйста, больше никогда ко мне не приходи, я не хочу тебя видеть. Кать, подожди. Молодой человек, Катя. Вы куда? Лёх, держи. Спасибо. Ты чё, кислый такой? Проблемы на работе? Да типа того. Господа, а спиртное кто-нибудь взял вообще? Саня обещал принести. Так, без паники. Санёк обещал, Санёк сделал. Собственного производства. Абсент отдыхает. Это чё, сивуха? Самогон? Это вот такая вещь. Ну, попробуем. Здорово, пацаны! О, ничего не ожидали! Привет. Я приехал! Это что, вот так вот. Твоя отпустила, что ли? Ага, сейчас. Разогналась. Отпустила меня. Привет. Здорово. Отпустила. Я просто сказал, что у меня внеплановое дежурство. Ну, ты рискованный, я бы так не смог. Ну, сам посуди, а что мне было делать, скажи мне? Вот, например, если бы я сказал, я иду отдыхать. Отдыхать от тебя? Ага. Там началась такая истерика. Ну, короче, я сегодня отдыхаю. Все. Тим, брат мой. Я лично обращаюсь к тебе, как к самому последнему неженатому из нас. Вот тебе мой завет и запомни это навсегда. Никогда, брат, никогда не женись на бабе, которую ты мало знаешь, да еще по залету. Как бы она хороша ни была в постели, пацаны, постель уходит, а вот головники остаются. Ага. Так что держись, брат, держись. Слушайте, братцы, у меня тот созрел. Ну? За свободу! За свободу! Не-не-не, Сань, я не буду. Че ты? Ты не чего? Буду. Да че, мы не пьем, мы дегустируем. Давай, давай, не давай. Я душа, я вай. Рома! Давай, давай, давай.
Ладно, давай одну. Еще раз! За свободу! За свободу! Слушай, ты так хорошо играешь. Будешь или ты будешь? А ты можешь что-то, ну, я вот, один. Вот реально душевно что-то сделать. Вот я слышал песню по ящику, на днях буквально. Там вот, сейчас я вспомню. А давай любую уже. По душам сидим. Хорошая. Правда, поехали со мной. Распишемся. Общежитие дадут. Меня мама не отпустит. Она хочет, чтобы я здесь в консерваторию поступила. А ты? Ты чего хочешь? Я хочу всегда быть с тобой. А еще я хочу стать знаменитой пианисткой и объездить весь мир с гастролями. Да, у тебя все получится. Ты очень талантливая. Мама пришла. Прячься. Сейчас. Туда. Мам, а ты чего? Привет. Документы забыла. А? До вечера? До вечера. Ушла. Ты обманщица. Правда? Ты обманщица? Позволю тебе испортить жизнь из-за какого-то мальчишки. Мам, я его люблю. Мы все равно будем вместе. Какая любовь? Что вы оба знаете о любви? Вы еще совсем дети. Вот скажи мне, что этот студентик может тебе дать? Тебе еще самой учиться надо. Мам, я все равно выйду за него замуж. И ты нас не остановишь. Пусти, пожалуйста. Ну, хорошо. Мы это еще посмотрим. Алло. Привет, Зоя. Ты уже в курсе, что наши решили пожениться? А представь себе, я тоже не в восторге. У меня тут есть одна идея. Ничего, потом еще спасибо скажут. Господи. Что же я наделала? Екатерина, вы были бесподобны. В вашем исполнении это произведение получило новое звучание. Я просто лечу, парю. Спасибо. Спасибо вам. Благодарю. Катя! Привет. Даже не знала, что ты придешь. Ну как я могла пропустить такое событие? Ты была на высоте. И учитывая все это, предложение о работе в моей элитной музыкальной школе все еще в силе. Альгаида, вы опять пытаетесь украсть мою лучшую пианистку? Не отдам. Егор, вы эгоист. И не только, я еще дирижер и художественный руководитель Екатерины. Катюш, я тебя в буфете подожду. Угу. Спасибо. Екатерина, это было изумительное выступление. Потрясающее. Европа должна услышать это. Неужели вы так и будете отказываться от турне? Ну, вы же знаете, я не могу оставить маму, она еще слаба. Екатерина. Если бы вы позволили, рядом с вами мог бы быть сильный, надежный мужчина, который бы решил все ваши проблемы. Боюсь, у моих проблем решения нет. Извините, меня ждет Ольга. Да, разумеется. Мама, может, вернешь своего Тарзана в джунгли? Мне надоело, что он без спроса заходит в мою комнату. И вообще, пусть оденется. Виталий у себя дома. Как хочет, так и ходит. И вообще... Это не твоя спальня, а наша гостиная. А не нравится, попроси своего папашу, пусть подарит тебе отдельную квартиру. Он, между прочим, своей падчерице хату подарил. Что?
Антихату когда? Да, на свадьбу, представляешь? Месяц назад. Так, вот так. Сразу видны папочкины приоритеты. Не родной дочери все, а родной шиш с маслом. Видимо, Мишка уже не надеется, что ты когда-нибудь выйдешь замуж и подаришь ему внуков. Так что еще пару лет, и тебя можно списать в утиль. Спасибо! Ты замечательная мать! Да, пожалуйста, дорогая. Ну, так, а ты что? О чем можно говорить с мужчиной, который меня бросил без объяснений? Кать, нет, подожди. Если бы ты была ему безразлична, зачем бы он тогда приехал? Не знаю. Я вообще была уверена, что все прошло. А увидела его сегодня, и как будто и не было этих лет. А когда утром сегодня зашел у меня, чуть сердце не остановилось. В классической литературе это называется любовью. А в реальной жизни тахикардия. Слушай, Кать, ну, серьезно, может, все-таки встретишься, поговоришь с ним? Оль, кому как не тебе знать, чего мне стоило забыть его? Ну да. Второй раз я этого не переживу. Да где же он, а? Тимофей, мы приехали. Давай, давай, давай. Ну, давай. Опа. Тихо, 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 давай, тихо, спокойно. Тихо, стой. Стоять? Сейчас, стою, стою, стою. Все. Туда. Дойдешь? Все, пока. Созвонимся. Созвонимся. Тимофей! Трогай. Тимофей! Привет. А я тебя знаю. Ты Инга, да? Инна, ты мобилу у Катюхи забыл. Лучше бы я Катюху забыл. А давай я тебе помогу. Аккуратно. Аккуратно. Откуда ты знаешь, где я живу? Так я к тебе в больницу на работу заезжала. Осторожно. Сейчас. Тихо. Тише, тише, тише. Вот так. Да. Отлично. Аккуратно. Так, так, осторожно. Тихо. Так, осторожно. А где у тебя спальня? Не-не-не. В спальню мы не пойдем. Аккуратно. Тимофей. Тимофей! Тимофей! Вот это хоромы. Дурой буду, если упущу. Красивые. Катюш, я попросить тебя хотела об одолжении. Обещай, что выполнишь. Мамочка, для тебя все, что угодно. Ты попроси Тимофея прийти ко мне. Зачем? Мне кажется, это не самая лучшая идея. Пожалуйста. Считай это моей последней просьбой. Ладно. Спасибо.
Доброе утро, милый. Милый? Ты был великолепен. Вот этого я не помню. То есть, хочешь сказать, что... Вчера я никакой был. Как я оказался здесь? Я ж там в прихожей уснул. Уснул. Потом проснулся. Лисам в постель затащил, а теперь в кусты, а? А ты хоть помнишь, как меня зовут? Инга? Инга. Прекрасное женское имя Инга. Ну, знаешь... Самогоном, Саня, машины заправлять, а не людей травить. Слушай, да, я немножко переборщил с градусом, конечно. Что, реально, что ли, ничего не помнишь? Ничего, помню, как до дивана меня довела, а потом все, пустота. Ну и забудь. Подумаешь, ночь с бабой провел. Саня, она Катина подруга. Да какая разница, чья она подруга? Ты сказал, что с бывшей не увидишься. Ну вот, нет бабы, нет проблемы. Тимофей, там вас спрашивают. Кто спрашивает? Сказала знакомая. Что, думаешь, Инна? Не удивлюсь. Ладно, сейчас приду. Давай, удачи. Она явно тебе понадобится. Да. Конечно. Я гарантирую, что поставки будут выполнены качественно и в срок. Это вам нельзя, мне можно, я его дочь. Михаил Денисович, извините, я пыталась ее остановить, но она... Извините, я чуть позже вам перезвоню. Я тоже тебя рада видеть, папа. Даша, вы свободны. Ну, что на этот раз? Это правда? Это правда, что ты Аньке квартиру подарил? Она же тебе даже не родная. Почему ей, а не мне? Потому что это мой свадебный подарок. О, если бы я знала, что ты всем на свадьбы квартиры даришь, я бы уже давно в ЗАГС побежала. ЗАГСом пока можешь не торопиться. Я сильно потратился на свадьбу твоей сестры. Она мне не сестра. Она чужая девка, на которую ты меня променял. Дочка, я тебя ни на кого не менял. Я Аню воспитываю с 3 лет. Она мне такая же дочь, как и ты. Нет, не такая же. Ее ты любишь, раз квартиры даришь. А меня... Да-да, это я. Извините, что прервал наш разговор. Я по поводу поставок. Катя. Привет. Привет. А, ты извини, что я тебя побеспокоила. Я бы сама не пришла. Мама... Что такое? Тетя Люде снова плохо? Нет. Она хочет с тобой поговорить. Со мной? О чем? Не знаю. Если ты не можешь, я пойму. Я смогу ей все объяснить. Да и вообще, ну правда, это глупость какая-то маме в голову пришла. Кать, подожди. Я могу. Я сейчас переоденусь и поедем. Тетя Люд, ну почему мне вечно приходится выпрашивать любовь? Ну неужели я недостойна, чтобы меня просто любили?
Ладно, родители, они эгоисты, но с мужиками та же песня. Все путные от меня шарахаются. А я ведь красивая, интересная, не глупая. Может быть, просто потому, что ты сама себя недостаточно любишь. Не надо ни за кем бегать. Нет, тетя Люд. Если не бегать, то буду сидеть и куковать, как ваша Катька. Я так не хочу. Я заставлю их себя полюбить. И его тоже заставлю. Кого его? Да так, неважно. Ну где Катюха? Она уже давно должна была прийти. У меня тут жизнь рушится, она ходит непонятно где. Иночка, иди домой, поспи. Отдохни. Сон лучшее лекарство от всех житейских невзгод. А Катя придет, я скажу, что ты ее искала. Спасибо вам, тетя Люд, за поддержку. Вот бы мне такую маму, как вы. Будь счастлива, дочка. Лекарство! Лекарство! Тетя Люд! Хорошо. Уколы есть? Нет. Скорую вызывай. Тетя Люд, под язык. Под язык, таблет. Под язык. Дышите спокойно. Дышите спокойно. Прости, я виновата. Успокойтесь. Успокойтесь, дышите. Не было у Кати никого, и у него не было. Мы с твоей мамой думали, так лучше будет. Вам вдвоем учиться надо, а вы в ЗАГС. Мамочка, что ты такое говоришь? Успокойтесь. Я думала, ты его забудешь. Прости меня, доченька. Тетя Люда, дышите! Дышите! Отойди! Дышите спокойно! Тетя Люда! Катюша, давай мы тебя домой отвезем. Нет, спасибо. Я еще с ней побуду. Ничего, я ее потом отвезу. Вот так встреча. А ты что здесь делаешь? А Инна с нами? То же, что и все. Инна, ты скоро? Сейчас. Пришел попрощаться. А ты со всеми своими пациентами прощаешься? Поминки будут у Кати дома, если хочешь, приезжай. Я не могу, мне на смену. Но мы же еще увидимся. Господи, мамочка, как же я без тебя теперь? Знаешь, ей сейчас лучше. И вообще,
Ей же тоже, наверное, не очень хорошо видеть, как ты здесь убиваешься, да? Все, все. Тим, мама ушла. Тихо, тихо, тихо. Ну что, с посудой вроде разобрались? Остальное завтра доделаем. Да, Катюш? Кать, может, я у тебя останусь ночевать? Одной, наверное, страшно, да еще и после кладбища. Да кого мне бояться, Ин? Ну, не знаю, привидений. Не думаю, что мамино привидение может причинить мне зло. Тем более, я считаю, что скорее живых надо бояться, чем мертвых. Да, наверное, ты права. Спасибо тебе за все. Если бы не ты... Ну, хватит, хватит, ты что? Ты и так сегодня океан слез выплакала. Мама тебя очень любила. Ты же знаешь? Я знаю, Катюш. Знаю. Я ее тоже очень-очень. Ты меня зови, если что, ладно? Спокойной ночи. Спокойной ночи. Куда это в таком виде? Катьке, что ли, опять? Мам, исчезни. Ко мне мой мужчина приехал. Мужчина? Да. О, как интересно. Я хочу на него посмотреть. Ну, мам, уйди. Я же в твою жизнь не лезу. Кто бы говорил? А ну-ка дай. Постой. Слушай, а он ничего. Где ты его откопал? Врач на скорой. Тут люди приезжал. А, врач, это хорошо. Им сейчас хорошо платят в частных клиниках. Женат? Нет, не женат. Это то, что нам нужно. Я надеюсь, с квартирой? С шикарной. О, я его уже люблю. Мам, ну уйди. Если ты его сейчас пугнешь, я от вас никогда не съеду. Хорошо, хорошо. Чего не сделаешь ради счастья дочери. Не поняла. Я думала, он ко мне. Зачем он к Катьке приехал? Может, ей плохо стало, она скорую вызвала, а? Ну-ка. Так. А он на скорой приехал? Нет. Ни медицинской формы, ни рабочего чемоданчика. Ты на что намекаешь? Да. А что тут намекать-то? Походу, сделала тебя эта серая мышь, которую ты подругой называла. Я бы сказала, уложила на обе лопатки. Нет. Да? Тима? Прости. Я не могу без себя. Не могу. Mm-hmm.
Дожили. У тебя уже тихоня Катька мужиков из-под носа уводит. А ведь она лет на 5 тебя старше. Похоже, доченька, упали твои котировки. Мам, замолчи, а! Катька, лицемерка. А ведь мы могли бы быть давно женаты. Иметь детей. Помнишь, как мы мечтали? Ты дочку хотел? А я и сейчас хочу. Странно это как-то все. Мама ушла, а ты вернулся. Как будто сам Бог заполняет пустоту. Я люблю тебя. Я всегда тебя любил. Ничего не хочешь объяснить? Только не говори, что моей подруге стало плохо, и ты всю ночь делал ей искусственное дыхание. Я не обязан перед тобой отчитываться. Очень даже обязан. Мы же встречаемся. Мы не встречаемся, Инна. Та ночь была ошибкой. Ошибкой? Но ты же сам затащил меня в постель. Что ты хочешь от меня? Любви. Я Катю люблю. Что? Да ты же ее совсем не знаешь. Она... Она самое лучшее, что в моей жизни было. Мы с ней с детства знакомы. Ты что, и есть ее первая любовь? Да. И она мне ничего не сказала. Слушай, мне правда жаль, что все так получилось, но ты забудь меня. Тебе легко говорить. Тебя же не предавали. Меня. Я заставлю себя полюбить. Чего бы мне это ни стоило. Екатерина, вы не можете отказаться от турне. Тем более сейчас, когда Малышенко из второго состава слегла с аппендицитом. Вы что, предлагаете нам лететь в Европу без пианистки? Нет, но у меня семейные обстоятельства. Я понимаю, но простите за откровенность, дирижер как хирург, иногда приходится. Я не понимаю, что вас держит в этом городе после смерти матери. Дело в том, что я выхожу замуж, и мне не хотелось бы расставаться со своим женихом. Выходите на днях? Нет, мы как раз собирались подавать заявление. Вот вернетесь из турне и подадите заявление. Поймите, замужество – это начало конца вашей музыкальной карьеры. Пойдут пеленки, распашонки, вам уже будет не до Моцарта. Вы помните Ольгу Ремизову? Нет. Я тоже не помню. Почти. А между прочим, она была выдающейся пианисткой. Она работала на вашем месте, пока не сгинула в декрете. В общем, так. Екатерина, я не принимаю никаких отказов. Вы летите с нами в турне,
И точка. Но, Егор, мой жених, он… Если любит, поймет и поддержит. А нет? Зачем он вам такой нужен? Ой, Свет, самое обидное, Катька знала, что он мне нравится. И все равно увела. Тихоня, они все такие. Отвернешься и сразу нож в спину. Да не кисни ты, слушай, отбей ей все дела. Легко сказать, отбей. Не отбивается, он меня в упор не замечает. Ну, а ты сделай так, чтобы заметил. Отсунь ему бабика. Сразу в ЗАГС побежит. Ну, а что? Я вон со своим 3 года жила, так он в отношении женитьбы особо не чесался. А как увидел положительный тест, так сразу. Свет, ну какого бэбика? Ты что, меня не слушала, что ли? Я же тебе говорю, в стельку пьяный был. Сразу в гостиную уснул, еле до спальни дотащила. Но он-то про это ничего не помнит, не знает. В отношении теста не беспокойся, я сделаю вместо тебя. Да нет, не прокатит. Он все равно рано или поздно поймет, что ребенка нет. Ну, к тому времени, может, уже будет ребенок. Ты думаешь, я со своим в ЗАГС животом шла, что ли? Ага, конечно, как бы не так. Я забеременела, когда он уже расслабился и предохраняться перестал. Да и потом, ты же сама говорила, мужчина шикарный, квартира в центре. Что тебе еще надо для счастья? А получится, кажется, что выкидыш случился. Делов-то. Ты ничего не теряешь. Привет. Привет. А что ты в гости не приходишь? Я хотела с тобой поделиться. У меня такие перемены в жизни. Давай потом. Прости, голова раскалывается. Лекарства не забудь, я все подписал, что от чего. Если заболеешь, сразу звони мне. Тим, у меня багаж медленно, но верно превращается в аптечку. Я лечу на 2 недели, а не на год. А мне кажется, что на целую вечность. Я уже соскучился. Я тоже. Ага, шарф. Шарф взяла? Где твой шарф? Сейчас не взяла. Черт, не могу найти. Так, ну что такое? Послушай, может, мне все-таки не лететь? В прошлый раз наше расставание ничем хорошим не закончилось. Так. Турне по Европе, это у нас что? Мечта. Угу. А мечты должны сбываться. Ты моя мечта. Надо позвонить Ине. Чтобы она рыбок приходила, кормила. Кать, давай я буду приезжать сам их кормить. У меня есть ключ запасной. Да зачем тебе через весь город мотаться? Инка не откажет. Катюш, мне кое-что сказать тебе надо. Очень странно, не отвечает. Мы с ней 2 недели не общались. Раньше она каждый день ко мне заходила, а сейчас как будто избегает. Может, я ее обидела чем? Подожди, ты… Ты знаешь, что Инна ко мне приезжала? Ну да. Ты забыл у нас телефон, она тебе его привозила. Кстати, сказала, что ты ей понравился. Понравился? Угу. То есть твоей подруге понравился твой жених, и ты так просто об этом говоришь? Ну это же Инна. У нее каждую неделю новая любовь. И каждый раз до гроба. Ой. Так, что-то мы заболтались. Я еще на самолет опоздаю. Так, отойди, давай помогу. Шарф надень. Ага.
Мы еще посмотрим, кто кого. Так, господа музыканты, надеюсь, все в сборе. Адамовская есть? Адамовская! Здесь я. Осмолович, Риган, Свиридова. Еще не приехала. А? Уже приехала. И попрошу заметить, не одна. Ну, давай, помогу. Нет, нет, я сама. А то еще на работу опоздаешь из-за меня. Какой мужчина, однако. Интересно, с кем это она? Прилетишь, позвони, хорошо? Хорошо, я тебя люблю. Вы почти опоздали. Здравствуйте. Здравствуйте. Bonjour. Vous souffrez. Vous avez votre dossier d'orientation. Merci beaucoup. Oui. Je me commets à déléguer un groupe. Nous avons un cliff unisex et un portier. Et il y a. Je rentre. О перелетках. Ну, слава богу. Да как у меня? Как? Нормально? Скучаю по тебе. Ну, про цветы помню. Помню, конечно. Извини, кто-то пришел. Я перезвоню. Все, пока. Люблю тебя. Инна, ты как здесь? Спасибо, что хоть имя помнишь. Я пройду? Проходи. Что-то случилось? Случилось. Я решила, что ты должен знать. Это что, шутка? Это не шутка, ребенок твой. В смысле мой? Да твой, твой, не добивай, а, и так тошно. И чего ты хочешь от меня? В идеале поддержки. Но если мы с малышом не вписываемся в твою жизнь, попробую справиться сама. Не я первая, не я последняя, кого вот так бросают. Инна, подожди, Инна! Ален! 205-й. О! Где наши ключи? Не поняла, что нам не дали ключи? Вера Павловна, успокойтесь, вот ключи. Можно? Это как? Карточки? Господи, современные технологии никак к ним не привыкну. Кать! Катюш, с кем тебя заселили? Похоже, одна. Одна? Странно. Могли бы заселить более комфортные условия. По старшинству! Thank you.
Катюша! Катюша, Кать, Аля! Где Сашка? У нас вызов. Только что здесь был. Курить, может, вышел. Сань, где тебя носит? У нас вызов. Ну я что, минутку только? Минутка. Это для тебя минутка, а для кого-то целая жизнь. Чего ты кипятишься? За два дня ни одного звонка. А ты говорила, сработает. Может, ему самой набрать, а? Какое набрать? Дай мужику время в себя прийти. Попрощаться со своей холостой жизнью. Мой, когда узнал, что я беременная, вообще из дому на целый вечер в гараж ушел. Молча. Ну, это твой. Вы с ним сколько знакомы, сколько вместе. А Тимофей... Ну, я ж его практически не знаю. Может, он убежденный child free, а? Ну, легко проверить. Ты что там делаешь? Сейчас сам перезвонит. Не переживай, я сделаю аборт. Свет, ну что за бред, а? Это не бред, а тест на мужскую порядочность. Проверим, пройдет ли твой принц или нет. Ой, слушай, расслабься ты, пожалуйста. Присядь, в ногах правда нет. Вон, огурчик хочешь? Слушай, Тим, ты можешь сказать, что с тобой происходит все это время? Ничего, Саш. Ты с Катей, что ли, поругался? Нет. Ну тогда что? Ничего, Саня. Черт. Что за дурь? Не надо никакого аборта. Не надо, говорю. Я сейчас приеду, адрес говори. Давай-ка по дороге в больницу. Заедем к Инне, тут вроде недалеко. Что-то я не понял, ты какой Инне, который ты не помнишь? Она что, беременна, что ли, от тебя? Слушай, Саня, душу не трави. Поехали, а? Окей. Ну, конечно, я не скажу, что я в восторге от местной кухни, но вино восхитительное, да? Именно поэтому вы перепробовали все марки. Деточка, лучше жалеть о сделанном, чем сокрушаться о несделанном. Прошу. Я сама. Вера Павловна. Катюша, подождите, пожалуйста. А вам не кажется, что слишком рано для сна? Может, прогуляемся? Грешно находиться в другой стране и все время сидеть в номере. Кать. Спасибо за приглашение, Егор, но, честно говоря, я чертовски устала. Мне бы до подушки добраться. А может быть, завтра? У нас есть полдня до генеральной репетиции. Простите, Егор, но я не смогу. Из-за жениха. Да. Ну что ж, понимаю. Спокойной ночи. Спокойной ночи.
А я думала, ты обрадуешься. Чему? Свободе от меня и твоего ребенка. Дети не должны отвечать за ошибки родителей. Ах, да. Я ж для тебя ошибка. Послушай, Инна, если ребенок мой, я помогу. Я от него не откажусь. От меня ты тоже не откажешься? Извини, не могу больше говорить. Да, Катюш, привет. Прости, не смог сразу трубку взять. Ну, как дела? Как ты? Ну что, наш план сработал? Вроде как. О. Он заинтересован в ребенке. Жаль только не во мне. Ну, ничего, ничего, ничего. Полюбит ребенка, полюбит и мать. Думаешь? Уверена. Ну все, пока. Завтра созвонимся. Пока, любимая. Пока. Ну, и как ты выкручиваться будешь? Пока не знаю, Саша. Катя вернется, тогда посмотрим. Одно знаю, не хочу с ней о таких вещах по телефону говорить. То есть ты решил ей рассказать? Надеюсь, она поймет. Что поймет? Что ты ее оставил ради ее же лучшей подруги? Саня, не собираюсь никого оставлять. Сын у меня был еще до Кати, пойми. Это все последствия моей глупости собственной и твоей, между прочим, самогонки. Кто ж знал, что так получится? Ладно, думаю, что Катюха поймет. Я тоже на это надеюсь. Давай, заводи, погнали. Любви к тебе, Берите моя музыка, Катюша. Катя. Катенька. Еще шаг. Я разобью тебе голову. Ах, вот так? Значит, нос от меня воротишь. А на этого придурка вешаешься. Я предупредила. Я тоже предупреждаю. Если не станешь моей, можешь забыть о карьере. Возьму вместо тебя Власеву, она куда сговорчивее, чем ты. Даю тебе пару дней на раздумье. Пока. Два дня. Пока, Катя. Недели ни одного звонка. Как я должна это воспринимать? Что ты меня все время об этом спрашиваешь? Позвони ему, сама да узнай. А еще лучше в гости загляни. Вдруг удастся его в постель уложить. Ну, это вряд ли. Полагаю, он сейчас занят только мыслями о Кате. Как ей ребенке рассказать? И кстати, на твоем месте
Я бы сама и позвонила. Подала все так, под нужным соусом. Типа, я жертва. Он меня сам соблазнил, я ничего. Да нет, она не поверит. Катька меня как облупленную знает. А ты сделай так, чтобы поверила и сама его прогнала. Нам же не нужен мужчина выходного дня, который женат на чужой тете. Нам нужен нормальный, полноценный муж. Правильно? Рыбку будешь? Привет. Привет. Ты чего так вырядилась? Простынешь? Хотела тебе понравиться. Беременные женщины нравятся мне более в утепленном виде и без каблуков. Я просто... Зачем ты приехала? Соскучилась. Но ты же сам не звонишь, не приезжаешь. А должен? Я думала, у нас отношения. Ты же сам сказал не делать аборт. Инна, послушай, у нас ребенок, а не отношения. Извини, ничего другого я тебе предложить не могу. Пока. Я просто подумала, что если... Какая ж я дура. Что, моя дорогая, пауза закончилась. Фортиссимо! Делайте. Егорушка. Что вы здесь делаете, Вера Павловна? Егорушка. Я сплю. Вернее, спала. Тише, Вера Павловна. Вы... Ты не влез ко мне в постели. Не начал производить всякие ситуации. Тише, это не ваш номер, Вера Павловна, тише. Вера Павловна, я здесь. Как это? Как это не мой номер? Это... Вот Катя мне любезно уступила этот номер. Потому что здесь черт. Как-то все-таки... В одноместном. Черт. Комфортнее? Гастроли запомнятся надолго. Хорошо, съездили. Подожди, а ты... Вы кого, собственно, здесь собирались увидеть? Да уж не вас, это точно. Так. Чего стоим, смотрим? Кыш по норам. Кыш по норам, шоу закончилось. Вера Павловна, да. А я бы на вашем месте подала бы заявление за сексуальное домогательство на работе. Sexual harassment. Я лично пойду как свидетель. Думаю. Да. А?
Да пошли вы все. Какой позор! Я порядочная женщина, и тут это недоразумение обломилось. Верочка Павловна. Вера Павловна. Oui. Bonjour, bonjour. 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 Думаешь, я это так оставлю? Я думаю, что подло пользоваться служебным положением, чтобы затащить женщину в постель. Ты отстранена от турне. На каком основании? Я еще придумаю. И поверь, ты ничего с этим не сможешь сделать. Поэтому пакуй чемоданы. Что ты это так и оставишь? Я напишу заявление руководству филармонии. Пускай там разбираются. Ну, правильно. А почему ты мне не сказала, что приезжаешь? Я бы тебя на машине встретила. Ну, ты же понимаешь, ситуация щекотливая. Я не хотела по телефону. Ну, да. Ладно, что мы все обо мне, да, по мне? Давай, рассказывай, что у тебя нового. Нового? Я беременна. Как? От кого? Помнишь того красавчика-врача, который к тебе люди приезжал? Тимофей? Угу. А он здесь при чем? При том. Ну, я ему тогда телефон отвозила. Мы немножко выпили и... Слово за слово и понеслось. Я понимаю, что нужно было быть осторожнее, предохраняться, но... Катька, я такая счастливая. Ты не представляешь, я думаю, скоро он сделает мне предложение. Я уже думаю, какое будет свадебное платье. А ты будешь подружкой невесты. Мы тебе тоже красивое платье подберем, самое-самое лучшее. Слушай, Тим, а Катюха случайно не приехала в город? Да вроде через неделю должна вернуться. А что? Очень странно, но кажется, я сегодня в городе ее видел. Мимо проезжал и... Сань, давай-ка ты завязывай с самогоном. Правда, алкоголь – это зло. Да я тебе реально говорю. У меня очень хорошая память на лица. Ты же нас знакомил. Да быть этого не может. Сейчас, постой. Она бы предупредила, точно. Угу. Да, Катюш, привет. Тут у одного моего знакомого галлюцинации начались. Говорит, видел тебя сегодня в городе. Уже вернулась? Ну, что и требовалось доказать. Привет. Ты почему не сказала, что приезжаешь? Это тебе. Что-то случилось? Я разговаривала с Инной. Катя, это все какая-то... Глупая ошибка. Я, конечно, не оправдываю себя. А я был пьян в стельку тогда. Я даже не помню, что у нас с ней было. После нашей встречи с тобой я в себя прийти не мог. Но я тебя никогда не обманывал.
моей жизни были другие женщины. И теперь одна из них ждет твоего ребенка. Да. И я позабочусь о нем. Но на Ине я никогда не женюсь, я себя люблю. Это не неправильно. Катя. Уходи. Катя, подожди. Мы не можем сейчас. Я никогда тебя не оставлю больше. Я никогда не уйду из твоей жизни, Катя. Так нельзя, разве ты не понимаешь? А как можно, Катя? Объясни мне, как можно? Как жить нам? Как? Без любви? Я знаю, что это такое. Я столько лет прожил без тебя. Есть такое понятие, как ответственность. Да, есть. И я ее с себя не снимаю. У ребенка будет все. Ребенку не нужно все. Ребенку нужен отец. И я знаю, как это жить без отца. И понимать, что папа тебя не любит. С этим ребенком такого не случится. Не с этим. Но с твоим ребенком. Уходи. Кать. Пожалуйста, если я хоть что-нибудь для тебя значу, уходи. Кать. Уходи. Тимофей. Зачем ты это сделала? Кто тебя просил ей все рассказывать? А что такого? Она спросила, что нового, я ответила. Не в моих правилах врать лучшей подруге. К тому же живот не спрячешь. Ну, в таком случае извини, не хотела создавать тебе проблемы. Но создала! Господи, зачем ты вообще в моей жизни появилась? Знаю, как избавиться от Катьки раз и навсегда. Ты говорила, у тебя знакомый в гинекологии есть. Ты же поможешь? Ин, ну что случилось? Так, успокойся, давай, садись. Инна. Ну? Ну? Кать, мне жить не хочется. Я умереть хочу. Он меня бросил, отправил на аборт. Не может быть. Сначала сказал, рожай, теперь у него другая Кать. И я не ребенок, ему не нужны. Я не знаю, что делать. Мать меня из квартиры гонит. Куда я пойду одна с ребенком? К тому же, после родов я не смогу нормально работать. Кать, мне жить не хочется. Подожди, Ин, может, ты неправильно его поняла. Но он не мог тебе сказать про аборт. Но сказал. Кать, эта женщина ему важнее, чем я и малыш. Что такое? Живот. Болит живот. Я вызову скорую. Нет, нет, не надо скорую. Давай лучше сразу в больницу. Не дай бог, что с малышом. Конечно. Пойдем, давай, я тебя отвезу. Тихо, тихо. Что произошло? Инну положили на сохранение.
Угроза выкидыша. Это я во всем виноват. Стой, стой, Кать. Ты тут ни при чем, ни при чем. Ты сам в это веришь? Пожалуйста, иди к ней. Ты ей сейчас нужен. Я не хочу, чтобы она потеряла ребенка. Кать, Кать, подожди. Я не отпущу. Отпусти. Не отпущу, отпусти, Кать. Отпусти, послушай, Катя, меня. Я не могу соперничать с ребенком. Да-да. Можно? Да, конечно. А как ты здесь оказался? Я ж тебе не звонила. Катя сказала. Что врачи говорят? Угроза выкидыша. Положили на сохранение, сказали, нужен полный покой. Тебе плохо стало после нашего разговора? Нет, ты здесь ни при чем. Я маме рассказала о своей беременности. Сам понимаешь, ребенка одной сложно будет поднимать. Оказалось, матери внуки ни к чему. Она фактически выгнала меня из дома. Куда идти, когда выпишут, просто не знаю. Но попробую снимать квартиру. Правда, боюсь жить одна. Вдруг снова угроза, и рядом никого не будет. Я... Ты не переживай. Тебе волноваться нельзя сейчас. Придумаем что-нибудь. Спасибо за поддержку. Точно решил уходить с филармонии? Потому что по делу Егора сейчас комиссия работает. Но если его уволят... Дело не только в Егоре. Я в целом хочу сменить работу, квартиру. Жизнь. Все так плохо. Я не хочу об этом говорить. Ну все, не буду тебя мучить. Поговоришь, когда созреешь. Так, вот это твоя новая работа. Угу. Подожди, а что, один ученик? При такой нагрузке, Оль. А это твоя новая зарплата. Ого. Ну, я тебе лишь бы какую работу предлагать не стану. Максим очень талантливый мальчик. Мамы у него нет, воспитывается тетей, маминой сестрой, Софией и папой. Ребенка нужно подготовить к международному конкурсу. Но с ним вообще проблем не будет. А вот с папой могут, конечно, возникнуть. Владимир серьезный бизнесмен, бывший спортсмен, а образование на уровне ПТУ, характер скверный. С ним главное не вступать в конфликт, но ты не из тех, кто лезет на рожон. Поэтому и зарплата такая. Ну, мало кто задерживается надолго. За обычную работу столько не платят. Берешься? Да. Спасибо за помощь, Оль. Так, это на кухне несите, пожалуйста. Угу. Аккуратнее. Здрасте. Здравствуйте. А что здесь происходит? А что нужно? А Катя где? Хозяйка квартиры. Ну, так она больше здесь не хозяйка. Квартиру продала и съехала. В смысле? Куда съехала?
Ну так а я почем знаю? Не спрашивала. Ну куда ты понес? На данный момент абонент не может принять ваш звонок. Надішліть смс-повідомлення по телефону, будь ласка, пізніше. Для сабскрайбера кину чорсі віоколи. Здрасте. Это беспредел! Вырвать меня из турне! Уволить меня, заслуженного деятеля искусств, из-за доноса какой-то пианистки! Я этого так не оставлю! Я вас затаскаю по судам! Алло! Алло, вы меня слышите? Алло! Извините. Вы не подскажете, где я могу Катерину Свиридову найти? Мне сказали, ее сегодня на работе не было. А вы, собственно говоря, кто? Почему вас интересует моя невеста? В смысле, невеста? Мы, наверное, с вами о разных людях говорим. Да вряд ли. Екатерина Свиридова одна в филармонии. Катенька уволилась, мы с ней решили заняться сольной карьерой. Мне ей что-то передать? Нет, не надо ничего передавать. Нет, мам, ничего привозить не надо. Я же говорю, все в порядке. Еще пару дней здесь полежу, потом видно будет. У Светки здесь подруга зав. Отделения, она договорилась. Она тоже сына без мужа растит, да. Проявила сочувствие, ага. Все, мам, давай, я перезвоню. Войдите. Привет. Привет. Не думала, что придешь так скоро. Врач сказал, тебя скоро выписывают. Ну да. Определилась уже, куда пойдешь? Не знаю. Наверняка на съемную. Главное, чтобы денег хватило. Съемная квартира не вариант. Надо, чтобы ты под присмотром была. Поэтому поживешь пока у меня. А как же Катя? Кати больше нет. Екатерина, вы чудесно играете. Это было так красиво. Екатерина Васильевна, а я так тоже когда-то смогу. Конечно, Максим. Лучше бы на борьбу ребенка отдала. Здравствуйте. Я отдала бы, но врач запретил. Ты уже забыл? Да. Вот тренькать можно, а спортом так нельзя. Ну что ему дают? Что ему дает это треньканье? Характер. Не понял. Музыка, как и спорт, вырабатывает характер. Здесь также нужны регулярные занятия. Необходима целеустремленность и постоянство. Музыка – это большой труд. Ты же сам учишь Максима доводить все дела до конца. Ребенок решил принять участие в конкурсе. Он дошел до четвертьфинала, а ты предлагаешь вот так вот, на полпути. Но это как минимум не по-спортивному. Одним треньканьем сыт не будешь. Есть в доме какая-нибудь еда? Катя, простите моего зятя, у него золотое сердце, но характер, не дай бог каждому. Его просто покормить нужно. Извините, я сейчас. Ну что, приступим? Максим, покажите, что вы изучали с репетитором.
Старик, ты пробей по своим каналам. Может быть, появится какая-нибудь информация о Кате. Если что, дай знать. Да, добро. Пока. Слушай, дружище, честно говоря, я тебя не понимаю. Ты же сам сказал, что у нее шуры-муры с дирижером. Зачем ты ее ищешь? Да потому что, Саня, я этому Егору не верю. Я уже однажды потерял Катю. Больше этой ошибки не повторю. Слушай, чтоб так доверять бабе, да ни за что. Зря ты ее ищешь. У тебя дома беременная Инна. Ну, я знаю, что девать ее некуда, но Кате ты это не объяснишь. Саша, она другая. Она поймет. Слушай, ты от нее слишком многого хочешь. Беременную соперницу ни одна баба не поймет и тем более не простит. А вот это мы посмотрим. Не знала, что врачи скорой помощи столько зарабатывают. Это квартира его родителей. А. Они погибли в аварии несколько лет назад. Повезло. Ой, ну в смысле, ты поняла. Прости, пожалуйста. Свет, что делать, а? Живем как соседи в коммуналке. Он на меня даже не смотрит. А что? Проблемы с потенцией? С головой. Он свою Катю забыть не может. А. Время идет, а ребенка все нет. Скажу, что выкидыш был, можно чемоданы паковать. Нет, чемоданы паковать не надо. Дура будешь, если отсюда уедешь. Слушай меня, нужен план Б. Ну какой еще план Б? Залети, а другого? Нет. Нет, я так не могу. Я лучше еще раз попробую Тимофея уложить в постель. Как знаешь. Короче, я дело говорю. Все, что нужно, это найти нормального, плодовитого женатика и... Вуаля! Бэби, готов. Ой, слушай, я яблочко съем, ладно? А то, что я... В другой октаве. Молодец. Максим, следи за левой рукой. Повнимательнее, Максим. Нравится? Кто, музыка? Музыка это что? Кто это учительница? Намекаешь, что я запал на училку? Чушь какая. Почему чушь? Катерина красивая, умная. К тому же она единственная, кто у нас задержался в доме больше, чем на месяц. Ты к ней почти не придираешься. А надо? Ты что, до сих пор не можешь мне простить, что я выбрал сестру, а не тебя? Володь, у тебя что с памятью? Ты ничего не перепутал? Это я тебя сначала отшила, а потом ты начал встречаться с моей сестрой. Ну-ну. Ужин подавать к которому часу? К 7. Молодец. Ну где же он? Тимофей, а ты через сколько дома будешь? В каком, говоришь, баре? А ты считаешь это нормальным, что тебя дома ждет беременная жена, а ты... Ну уж нет, я это так не оставлю. Дружище,
Вот поверь мне, вот честное слово, поверь. Никогда, вот поверь, никогда не женись. Никогда. Потому что брак это долго. Вот просто бах, тебя нет, понимаешь? Удавили, задушили. Если б не дети, я бы уже давно сбежал. Просто мой след пропал, если б не дети. Да, дети это святое. Да, святое, конечно, святое. А вот если еще жена попадется, вот такая вот, как это сказать, истеричка, мозгодрель вот такой, понимаешь? Все, все, вешайся, это уже труба, все, ну все. Игорек, ну что тут можно сказать? Держись. А что еще делать? Так, ты извини меня. Я побежал. Тимон, ты куда? Пойду я домой. Да ладно. Да, Инна сейчас на взводе, нервничает. Я не хочу, чтобы из-за меня, не дай бог, что с ребенком случилось. Все, давай. Ну, давай, братец. Все, давай. Я еще останусь. Сам с собой тут поговорю. Держись. Давай. Смотри, не перебери. Давай. Вы сегодня поздно. Да, повторяли с Максимом пройденный материал. До свидания, Владимир. До свидания. Катя, с вами все в порядке? Катя! Соня! Соня! Где? Боже мой, что со мной? Ш-ш-ш-ш. У вас был обморок. Скорую вызывать? Нет, пожалуйста, не нужно. Со мной все в порядке. Наверное, просто давление упало. Я последнее время забываю поесть. Скажите, вас случайно не тошнит? Бывает иногда по утрам, но не так, чтобы. А вы не беременная? Я беременна? Симптомы похожи. Мне что, в аптеку за тестами сгонять, что ли? Ударите мне, пожалуйста. Ты понимаешь, вот иногда бывает так, что ты живешь, вообще ни о чем не задумываешься. Брах, и тут оглядываешься уже. Непонятно где, непонятно с кем и непонятно как. Водки. Что? Ничего, просто так. Привет, Свет. Да. Отвратительно. Он даже на ужин не пришел. Сегодня не мой день, не мой день. Свет, ну какой еще план Б? Где я тебя возьму? Вот запомни мои слова. Никогда, никогда не женись по залету. Никогда. Один раз не воспользовался презервативом. Оказывается, презерватив это наше все. И бах! И штамп в паспорте готов. Я женатый человек. Вот так вот, братан, вот так. Свет, я тебе перезвоню. Фух. Так как вы говорите, вас зовут? Игорек. Игорь. Ирина. Очень приятно. Вы очень интересный мужчина. А вы очень красивая девушка. Благодарю. Ты проходи, проходи. Ага. Ого! Я смотрю, ты тут уже неплохо обжилась. Освоилась. Для малыша уже все купили? Да. Присмотрела кое-что. Угу. Тимофею-то понравилось? Мы с ним об этом не разговаривали. Мы
Мы вообще с ним редко разговариваем. Он дома только ночует, на диване спит. Я думала, все на мази. Да какой там? Сутками на работе пропадает. Я скоро забуду, как он выглядит. Я думала, ребенок все изменит, но стало только хуже. Мы с ним совсем чужие люди, Свет. А настоящий папаша не объявлялся? Не звонил? Звонил. Этот настырный. Женат. Вот бы кто меня на руках носил. Так это, отбей, если он тебе больше Тимофея нравится. Тем более, у вас общий ребенок. Какой отбей? И приведи в мамин дом, да? Он сам в квартире жены живет. Такая же голь подзаборная, как и я. Так что назад пути нет. А что, про Катьку не слышно ничего? Нет. И, надеюсь, никогда не услышу. Я так горжусь моим мальчиком. Максимка молодец. Еще бы его отец тиран это понимал. Он понимает. Мальчик мой, ты был прекрасен. Тетя Соня, тебе правда понравилось? Да я в восторге. А вам, Екатерина Васильевна, я допустил много ошибок? Ни одной. Ты мой лучший ученик. Ну, я тоже типа горжусь. Ты когда научился так тренькать на пианино? Папа. Ну, ладно, Макс, ну что ты? Как девчонка, давай. Угу. Как учили. Ха-ха. Так. Пойдем заберем вещи. Мы сейчас. Молодец. Должен признаться, вы хорошо поработали с моим сыном. Да, кажется, Максим доволен. Он недоволен. Он счастлив уж, я-то знаю. Мы вышли в полуфинал? Да. И теперь моему сыну, чтобы победить, нужно больше тренироваться. Я правильно понимаю? Все как в спорте. Да, вы совершенно правы. Ну, я надеюсь, мы вас не потеряем после родов. Он должен победить. Ну, посмотрим, как сложится. Я в любом случае поговорю с Ольгой Алексеевной. Это та, которая вам меня рекомендовала. В случае чего она подберет замену. Не-не-не-не-не. Это так не работает. Я все взвесил и делаю вам официальное предложение. Переезжайте жить ко мне. Что? Твои друзья наверняка будут с женами. Почему я должна сидеть дома? Почему ты не берешь меня с собой? Потому что ты мне не жена. Я мать твоего ребенка. Ин, тебе еще не надоело? Ты живешь у меня дома, я полностью тебя содержу. Что ты еще от меня хочешь? Любви. Господи. Ты эгоист, слышишь? Если со мной и с нашим ребенком что-то случится, виноват будешь только ты. Что значит переезжать? В каком смысле? В прямом. Я человек простой, прямолинейный. Вокруг да около ходить не буду.
Ты же одинокая баба. Близких родственников нет. Одной с ребенком тяжело. А моему сыну нужен высококлассный репетитор, каким вы и являетесь. Я предлагаю бартер. На время декрета переезжайте к нам в дом. А что, места хватит. А во время занятий с Максимом за малышом присмотрит нянька или Соня. Владимир, я вам очень благодарна за столь щедрое предложение, но я справлюсь. Я приложу все усилия, чтобы мой декрет никак не помешал нашим занятиям. Мое дело предложить, но вас за язык никто не тянул. Нам самое главное вас не потерять. Да? Да. Когда-нибудь, хоть когда-нибудь можешь не истерить? Хотя бы когда-нибудь. Ты не пей, я не буду истерить. Может, мне еще дышать перестать? Перестать дышать! Горек! Горек! Разве? Да. Смотрю, ты сегодня за шеф-повара. Ну да. Опять с Лидой поссорился? Слушай, это не брак, а каторга. Еще 6 месяцев назад должен был развестись. Это когда ты свою Ирину встретил, что ли? Да. Да, брат, да. Вот это и была любовь. Но я и тут умудрился накосячить. Дал ей уйти. А теперь? А ты почему один? А где твоя? Почему сам? А у меня нет моей, Игорюнь. Подожди, ты же с девушкой живешь? Ее же вроде бы Инна зовут. Ну да, Инна. И что? Чего у тебя с ней? Ничего. Кроме ребенка. Вот, и когда этот Володя позвонил и стал благодарить за твою работу, очень было приятно. Ты околдовала мужика? Никого я не околдовывала. Просто Владимир, правда, очень хороший человек. А вся эта его грубость мне кажется напускная. На самом деле, он очень добрый, даже ранимый. Да? Слушай, а может, вы могли бы... Ну... Мы с Володей? Да. С Владимиром? Нет, конечно, нет. Но он же тебе предложил к нему переехать. Но это другое. Это же не ради меня, это ради сына. Да? А, слушай, Кать, смотри, что я... О чем хотела поговорить. Ты Вовка Рыжего помнишь? С Тимофеем в одном классе учился. А, ты с ним еще встречалась? А, да. Мы с ним тут вчера пересеклись. Он мне сказал, что видел недавно твоего, не женат и ни с кем не встречается. Как не женат? У него же Инна должна вот-вот родить. Так, не женат. Бывает. Понимаешь, за это время мало что могло случиться. Может, разбежались, выкидыш. А... Смотри, вообще могло не быть ребенка. Ты видела? Вообще, а была вообще эта беременность? Ты анализы видела? Все ж только с ее слов. В общем, я тебе вот что хочу сказать. Нельзя ребенка лишать отца. Ну, а если Ваня ошибся или он что-то не так понял? В любом случае, при любых раскладах Тимофею про ребенка рассказать надо. Надо, Катя, понимаешь? Но если с тобой что-то случится, что с девочкой будет, ты подумай. Есть кто дома? Да, здравствуйте, Николай. Здрасте, Софья. Вот, все натуральное, прям все свое, как заказывали. А это от меня бонус. Колбаска. Спасибо. Из телятины. Сам крутил. Сверчок.
Вот все по списку, как заказывали. Морковка, картошка, руккола, кукола. Так, спасибо. Принесите, пожалуйста, в пятницу молоко и две курицы. Хорошо. Спасибо. Так. Выберу для вас самых жирненьких, самых хорошеньких. Для вас, Софья, хоть звезду с неба. Давайте ограничимся продуктами. Слушайте, вы так хорошо сегодня выглядите. Нет, ну вы всегда хорошо выглядите. Спасибо. Софья, а не хотели бы вы со мной поужинать в ресторан? Я туда свинину поставляю, вот такую, крутую. Я предпочитаю ужинать дома. А это обед там, завтрак, ланч, перекус какой-нибудь. Здрасте. 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 И ты чего? Рынок на кухне устроили? Ладно, я пойду, наверное. Вы про ресторан подумайте. Атмосферу обещаю. Шик, блеск, красота. Да, да. Спасибо. Адьос. Это он про что? На свидание пригласил. А ты чего? Ничего. Володь, перестань лезть в мою личную жизнь. Ты еще вскинулась? Я что такого сказал? Ничего. Вот и пойми этих баб. Тима. Беременна? Что ты хотела? Ничего, зря пришла. А ну-ка стоять! Ты с ума сошла? Ты что, хотела ему рассказать, да? Да ничего я не хотела. Имей в виду, если Тимофей узнает про твоего ребенка и бросит меня, я... Да пусти меня! Я выброшусь из окна вместе со своим малышом, слышишь? Виновата будешь только ты! Катя, что случилось? Я вообще не понимаю, зачем мы сюда приехали. Ради ребенка сюда приехала. Ты все правильно сделала? Пожалуйста, возьми меня. Конечно. Мамочки. Все, поехали. Что такое? По-моему, началось. Не-не-не. Главное не паниковать, да? А что делать? Пятый роддом, знаешь? Да, да, Катя, знаю. Сейчас. Нужно аккуратно. Больно? Очень аккуратно. Больно? Очень больно? Сейчас, тихо. Ага, ага. Тихо. Все хорошо у тебя? Неплохо тебе, нет? Тимофей, возьми трубку. Алло, мамочка. Мамочка, мне очень больно. Приезжай, пожалуйста. Так. Потерял что? Да. Да телефон куда-то дел, Саш. Может, в машине оставил? Да нет, вроде я бы заметил. Тимофей, вам звонили, Инну в больницу увезли. Кажется, что-то серьезное. Аля, пусть меня подменят.
Привет. Я сегодня решил пообедать дома. Рада за тебя. Где микроволновка, ты знаешь. Сонь, какая оса тебя укусила? Ты со вчерашнего дня сама не своя. Никакая. Объясни, я не понимаю. Не понимаешь? Нет. Хорошо. Мне вещи прямо сейчас собирать? Какие вещи? Зачем? Ну как зачем? Теперь в доме будет новая хозяйка, Катя. Я слышала, как ты делал ей предложение. Какое предложение? Сонька, лечись. Я ей предложил пожить у нас на время декрета, чтобы с Максимом заниматься. Ты же сама хотела, чтобы он занимался музыкой. Я тебе хотел угодить. Ну, может быть, ты еще скажешь, что ты ее не любишь? Извини, может, что-то срочное. Да. Это почему вы сегодня не приедете? В каком роддоме? Я еду. Не любит, видно. Ой. Как видно? Плохо. Кисарет. С давлением что-то, я не поняла. Она пыталась позвонить тебе, попросить о помощи, но ты не отвечал. Я телефон на работе оставил. Все это время ты игнорировал мою дочь. Все эти месяцы она жила в аду. Если с ней или с ребенком что-то случится, в этом будешь виноват только ты. Здравствуйте. Я им сказал, что я отец, иначе не пустили бы. Больно хотелось посмотреть на малышку. Какая красавица. Мы с женой тоже очень хотели дочку. Но человек предполагает, а Господь располагает. Да, я тут вам кое-что принес. Спасибо вам. Там эти, ну, неважно, разберетесь. Но я же с корыстной целью вот собираюсь в крестные набиться к этой принцессе. Лучшего крестного для дочурки не придумаешь. Ну и хорошо. Эй, ты знаешь, кто это? Это твой папа. Крестный папа. Ординаторский под диваном валялся. Ты заведи только его. Хорошо, спасибо, Сань. Ну что, есть новости об Инне? Есть. Мальчика родила. Очень слабенький, недоношенный. Сейчас в реанимации, и он, и она. Сашка, я клянусь, если сын выживет, я для него самым лучшим отцом на свете стану. А если нет, то я себе этого никогда не прощу. Тим, я уверен, все будет хорошо. Я себя таким виноватым чувствую, что не уберег. Ну-ка. Хорошо. Вот она. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой. Ну что, папаша? Привет. Принимайте дочку. И приму. Максим, ты посмотри, какая красавица. Посмотри. Какая будешь называть ее девочка? Принцесска или Кнопка? Соня, посмотри, какой носик, точно как Кнопка. Ага. Спасибо вам большое. Вы для меня прям как семья стали. Ну так мы теперь и есть семья. Я крестный отец. Кстати, о крестинах надо договориться как можно быстрее, с этим тянуть нельзя. Я согласна. Так, ну что, поехали? Да? Давайте. Да, Соню надо слушать. Давайте принцессу отвезем домой. Ты шапку взял? Мой мальчик.
Инна. Инна. Ну как ты? Автопилоте. Тим, я так за сына боюсь. Тише, тише, успокойся. Я разговаривал с врачом. Надежда есть. Это я во всем виноват. Это я наломала дров, а малыш расплачивается. Если кто и виноват, то это я. Надо было лучше обо заботиться. Я тебе обещаю, я буду рядом. Всегда. Все. Все хорошо. Тише. Красиво. Когда мы все успели? Да, тут делов-то. Соня все, она помогала. Так никуда не заходим, девочки, пора отдыхать. И вам тоже. Так все, давайте. Ну-ка. Ну, Катюш. Да. Звоните, если что, я вечером еще к своей крестнице заеду. Моя красота. До свидания. До свидания. Ты идешь? Я сейчас. Хорошо. Сейчас. Подгузники и пеленки я положила в шкафчик. Детское питание на кухне с запасом. Сонечка, спасибо вам большое за все. Да что вы, мне-то за что? Это все Владимир, это его инициатива. Он, похоже, влюблен в вас. Влюблен? Нет, нет, что вы ошибаетесь. Я ошибаюсь? Нет, это вы ошибаетесь. Нет, ну, впрочем, все нормально, он мужчина свободный, он может поступать как хочет. Все, я пошла, всего хорошего. Я дверь закрою. До свидания. До свидания. Доброе утро. Да. Да, по списку все берите. А, скажите, пожалуйста, ваше предложение поужинать вместе еще в силе? А как насчет завтра? Опаньки! Откуда это мы такие красивые? Ниоткуда, а куда. У меня сегодня ужин с Николаем. Какого это перепугу? Ты и он. А? Я, значит, в свое время рылом не вышел, а твой фермер... Слушай, ты не сравнивай. Это было давно и неправда. Я... Ты и он. Я даже подумать не мог. Максим скоро вырастет. Уедет учиться. Я должна устроить свою жизнь. Я не хочу оставаться одна. Но ты не одна. У тебя есть я. Я же тебя полностью обеспечиваю. Ты не понимаешь? Да, не понимаю. Все же было хорошо. Для кого? Для тебя? Ты хоть раз за эти годы ты спросил, чего хочу я? Ну хорошо, чего ты хочешь? Чего тебе вообще хотеть? Ты не поймешь. Ты не поймешь. Коля твой поймет. Совет да любовь. Ты прости, что я на выписку не приехала. Внеплановая комиссия нагрянула. Ничего страшного. Меня Владимир забрал. Хороший мужик. Вот бы принцессе такого папу. У нее уже есть отец. На котором она никогда не узнает. Пускай даже и так. Не
Стерва эта Инка. Стерва тетя Инна. Ну, чего ты? Она просто защищает свое. Это я сглупила? Не надо было мне к Тимофею приезжать. Ой. А ты знаешь, она в чем-то права. Она борется за свое счастье, а не пустила лапки, как ты. Я бы вот, между прочим, тоже своего мужчину какой-то стерве так просто не отдала. Тимофей же не вещь, чтобы я им распоряжалась. Он принял решение. У него семья. А я лишняя в этом уравнении. Угу. А дочка ваша в этом уравнении тоже лишняя? Да? Ты уже все за нее решила? Не плачь, маленький. Мама уже все решила. Мама все решила. Такая мама умная. Да, конечно. 5 килограмм домашних колбасок привезу, конечно. Извините, я занят. Все, вот, прости, работа. Ничего. Извини, прости, Амелия. Ничего страшного. Сори. Все нормально. Неуклюжий. Такой медвежонок. Спасибо. Эх, Софьюшка. Я не понимаю, почему такая красивая, обворожительная женщина и до сих пор одна. Как это в народе говорят? Для здоровья вредно. Я что-то не помню, когда мы перешли на ты. Ну, у нас вроде как бы свидание, да? Давайте перейдем. А? Да возьми же ты трубку, дура! Соня! Твою мать. Чего этот-то звонит? Володя не этот. Это мой зять. Понятно. Зять. Но он же знает, что у нас свидание. А чего он тогда наяривает? Может, ревнует, а? Может, у вас это между собой какой-то, а? Что? Ничего. Так. Ты куда? В туалет. Знаю я таких, как ты. Я ведь вот это от души, чтобы познакомиться поближе. А ты в туалет, а потом огородами, да? Ага. Я сидит, как лох. Слушай, никто тебя не собирался здесь кидать. Можно мне сходить в дамскую комнату? Ты не против? Нет. Ну, если надо, конечно, иди. Спасибо. Сумочку оставь. Оставь, оставь. Софья! Катя, здравствуйте. Простите, что я вас беспокою, просто Володя не отвечает. Мне больше не к кому обратиться, чтобы мне помочь. Понимаете, у меня тут такая неловкая ситуация. Я с Николаем пошла в ресторан. Да, но, честно говоря, я очень боюсь этого мужчину. И я уехать от него не могу, понимаете? У него мои вещи и сумка с деньгами остались. Соня, диктуйте адрес. Хорошо, я скоро буду. Хорошо, спасибо.
Где же вы, Катя? Катенька, где вы? Катя, Катя, Катя. Хорошо. Мы еще поговорим. Так, так, так. Пульс слабый. Давайте в машину. В машину скорее. Лена, готовьте дефибриллятор. Ага. Катя, спасибо вам большое. Я просто так испугалась. Соня, успокойтесь. Все хорошо. Конечно, я не должна была идти с этим Николаем никуда. Но я хотела позлить Володю. А он даже трубку не берет. Зачем вы хотели его позлить? Мне кажется, что он вас любит. А я ему больше не нужна. Что? Да, ну что за глупости? Ну что вы такое говорите? Он не любит меня? Да, он хорошо ко мне относится. Но он вас любит. Это же очевидно. Я вообще не понимаю, почему вы не вместе до сих пор? Извините. Потому что однажды я ему уже отказала. Это было, конечно, давно, еще до того, как он встретился с моей сестрой. И мне даже кажется, что он с Аленкой начал встречаться только, чтобы позлить меня. А потом уже влюбился в нее. Вы ему отказали, потому что не любили? Да потому что дура была, гордая очень. А потом было уже очень поздно. Катя, пожалуйста, если вам не сложно, вы могли бы сейчас позвонить ему? Ну, просто узнать, все ли у него в порядке. Понимаете, он просто всегда отвечал на мои звонки. А сейчас я не понимаю. Я не знаю, что мне думать. Я сейчас позвоню. Спасибо. Владимир, мы вам никогда звониться не можем. Тимофей, скорее! Мы теряем время! Тимофей? Откуда у тебя телефон Владимира? Состояние тяжелое. Везем в центральную. Извини, не могу больше разговаривать. Бегом, 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 мальчики! Пульс слабый. Как думаешь, довезем? Должны. Вроде стабильный. Тимофей, пульса нет. Готовьте к реанимации. Ага. Грудь. Разряд. Пульс. Разряд. Пульс. Есть. Адреналин ему. Ненадолго живо хватило. Я в больнице. Сын в реанимации, а он... Ну, мало ли что. Может, у него срочный вызов? Это я для него должна быть срочной. Я мать его ребенка. Он обязан меня любить. Дочь, не обольщайся. Все, что он тебе должен, это алименты. В идеале полквартиры. А что до любви? Мужика ребенком не привяжешь. Уж поверь, я знаю, о чем говорю. Сама видишь, твоего папаши рядом с нами нет. А, кстати, он хоть обозначился? Цветы прислал, позвонил, он в командировке. Угу.
Ну, все как всегда. Работа прежде всего. А дочь, жена, мам, не это начинай, потом. А? Ну, все, все, успокойся. Я так надеялась, что рождение ребенка все изменит. Ну, все. Привяжет ко мне Тимофея. Ты должен, должен же меня хоть кто-то любить. Ну, что ты? Милая, я тебя люблю, и папа. Папа! И это мне говоришь ты, которая всю жизнь мне твердила, что я ему не нужна, что он меня бросил, променял на другую семью. Господи, да что ж ты так близко к сердцу? Я совсем не это имела в виду. Все, мам, закрыли тему. Так, что делать? Куда идти? Так, вы посидите с ребенком, я сейчас все узнаю. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. К вам должен был поступить Ануфриев Владимир. Мне звонили со скорой. Ануфриев? Ануфриев, да? Есть у нас такой, а вы кто им будете? Ну, какая разница? Девушка, мы не имеем права предоставлять информацию о наших пациентах посторонним людям. Ну, хорошо, я его невеста. Что с ним? Где он? Ваш жених сейчас в операционной. Пока ничего конкретного сказать не могу. Подождите, пожалуйста, хирурга. Спасибо. Сейчас он в операционной. Сказали подождать хирурга. Все будет хорошо. Ну, как ты? Умно заметит все. Я тебе перезвоню. Что, не довезли, что ли? Довезли. Он в операционной, я думаю, все нормально будет. Ну, а что у тебя тогда? Такое лицо, как будто лимон съел. Катю в регистратуре встретил. Чего? А почему тогда ты здесь? Этот пациент ее жених. Да ладно. Ладно, Сань, чё ты? Поехали, все равно ничего не вернуть. Давай за руль, поехали. Окей. Привет. Привет. Слушай, ну, ну, вроде привезла все, что ты просила. Вещи твои, вещи Малышкины. Куда? Сюда можно? Да, да. Сюда. Вот, держи. Ну, спасибо. Если что забыла, то я подвезу еще потом. Спасибо тебе большое. Садись. Пожалуйста. А то я, конечно, разрываюсь, пока Соня в больнице с Владимиром, я с детьми. Надолго здесь гостить собираешься? Не знаю, пару дней, ну, максимум недели, пока Владимиру не станет легче. Тогда Соня сможет домом заниматься. Она, конечно, чуть с ума не сошла, когда узнала об аварии. Почему? Чего переживать? Он же ей как зять, не брат, не муж. Но все-таки они семья. Это он с женой год прошел, а с Соней почти 12 лет. Ну, 12 лет – это срок, конечно.
Я со своим бывшим и бичи не протянула. Кстати, про бывших. Тимофей не звонил, не искал тебя? Нет. Не захотел. Да и зачем? У него своя семья. Все логично. Логично, прозаично. А такая любовь была? Ну, была, да. Видимо, вся кончилась. Чаю? Не пора. Надо бежать. У меня там все... Угу. Ну, не могу. Все, счастливо. Ты звони, хорошо? Спасибо тебе. Береги себя. Здрасте. Здравствуйте. Привет. Я только что разговаривал с врачом. Малыша уже перевели из реанимации, идет на поправку. Угу. Это тебе. Я знаю. Я не понимаю другого. Где ты был вчера вечером, что не мог ответить на мои звонки? Где? Я работал. Пропущенное позже уже увидел. Не стал звонить, думал, ты спишь. Работал. Думал, что я сплю, да? Да знаю я твою работу. Ты врешь мне, да? Ты куда пошел? Тимофей! Тише, а ну вернись! Не нервничайте. Тимофей! Тимофей, постой! Тимофей! Прости меня, пожалуйста. Прости меня, Тимофей. Это все дерьмо. Я с ума схожу от беспокойства за нашего сына. Я в палате все время одна. Тебя рядом Лиза. Нет, никого нет. Тихо. Ты знаешь, это так страшно. Тихо, тихо. Так страшно, когда ты никому не нужен. Тише. Все, все, все. Все. Все хорошо. За рулем, чтобы ты не отвлекался и не лихачил. Ты же никогда меня не слушаешь, ты упрямый как осел. Я очень тебя прошу. Я тебя люблю. Нет, ты мне зубы не заговаривай. Я прошу тебя, ты должен нанять водителя, слышишь меня? Я просто требую, ты обязан, Володя. Я люблю тебя. Что? Что? Ну, наконец-то. Доченька. Спи, спи, спи. Счастье-то какое. Здрасте. Вот оно. Поздравляю, Максим. Поздравляю. Папа. Тихо, тихо, тихо. Папочка. Здравствуй, родная. Поздравляю. Спасибо. Поздравляю. Спасибо. Поздравляю, солнышко. Прости, не мог раньше приехать. Ну, где? Да где, вот. Где мой внук? А, вот. Виталий, держи. Привет. Здравствуйте.
Держись. Ну. Осторожно, осторожно. Да, конечно. Ну, держите. Тихо. Осторожненько. О, какой красавец вот. Весь меня. Надеюсь, Михаила назовете? Тише, ну, тише. Это Тимофею решать. Он же отец. Тише. Ну что, Михаил Тимофеевич вроде нормально звучит. Отлично звучит. Ну, тихо. Ты найдешь в руках. За мной. Ну что, пойдем. Пошли домой, пойдем. Пойдем, дорогой. Пойдем. Соня, передавайте привет. Да, обязательно. Кать, спасибо вам еще раз огромное за то, что вы присматриваете за Максимкой. Ну что вы, никаких проблем. Тем более Марья Васильевна мне помогает по хозяйству. Да, наша экономка, она золото. Кстати, Марья Васильевна сказала, что к вам уже несколько раз приходил Николай. Он хотел вернуть сумку, но так и не отдал. Она сказала, что он был злой, как собака. Я надеялась, что он протрезвеет, успокоится. Я подумать не могла, что он такой агрессивный. Угу. Кать, что мне делать? Он звонил мне уже раз 40. Я старалась с ним поговорить спокойно, нормально, но он же никого не слышит, кроме себя. И в полицию не позвонишь. Он ничего такого мне не сделал. Володю расстраивать не хочу. Он в таком состоянии. И правда говорят, чужая душа потемки. Да, и не говорите. Кать, я вас очень прошу, если Николай появится здесь еще раз, вы не открывайте. От греха подальше. Вот мало ли что. Вы не беспокойтесь, все будет хорошо. Кать, спасибо вам еще раз огромное за все. С Богом. За все. Я побежала. Да. Пока. Ой. Засыпай. Давай. Закрывай глазки. Закрывай. Ну что, уснул? Засыпает. Ты бы переоделся. Твои друзья скоро придут. Все-таки у нас сегодня первый семейный праздник. Ин, ты уверена, что это хорошая идея приглашать домой толпу, когда у нас дома новорожденные? Абсолютно. Я очень хочу познакомиться с твоими друзьями. Наконец-то по-настоящему стать частью твоей жизни. Я переоденусь. Ничего, мой сладкий. Все будет хорошо. Папа нас полюбит. Вот увидишь. Я не дам ему уйти. Ну что, уснула? Да. Катерина, я тут собираюсь в магазин. Может, вам что-то надо купить? Нет, спасибо, Марья Васильевна. Скажите, а Николай больше не приходил? Ну, я не видела. Кстати, о Николае. Я только узнала о нем. Оказывается, у него есть судимость. 10 лет назад он избил свою бывшую жену до полусмерти. Я не знаю, что там у них произошло. Ничего себе. Соня мне не рассказывала. Ну, она и не знала. У меня просто племянник участковым работает. Вот я его попросила что-нибудь разузнать. Потому что, ну, на всякий случай, надо знать, с кем мы имеем дело. Что-то не нравится мне это все. Кому это нравится? Скорее бы Владимир приехал. Я думаю, когда хозяин будет здесь, Николай сюда не сунется. Это правда. Да, тяжело, когда нет мужчины, который может защитить. Так что раздевайтесь, проходите, чувствуйте себя как дома. Спасибо. Привет. Привет. О, здорово. Инна, может, тебя там учишь? Пойдем на кухню. Привет. Он опять со своей бутылкой. Сань, ты в своем? Ну да, привет. Привет. Твое? Пусть на столе. Держи. Я смотрю, Бастион пал. Ты решил остаться с Инной? Исключительно из-за ребенка. Ну что, думаешь, долго продержишься так? Да поживем, увидим. У Кати уже другой. Так что мне уже все равно с кем быть. Ладно, не будем о грустном.
Я открою. Интересно, кто там? Игорёня, наверное, пришел. Да. Пойду встречу. А. Да. Здравствуйте. А вот и мы. Здравствуйте. Привет. Игорь, привет. Заждались вас совсем. Знакомьтесь, это Инна. Инна, это Игорь, Лида. Инна? Да. Приятно познакомиться. Давайте, раздевайтесь. Очень. Проходите и к столу. К столу. Вы проходите. Ой. Так. Давай. Да. Лид, проходи. Привет. Давай, давай, садись. Да. Я прошу прощения, мы опоздали. Такие пробки в центре города, это просто ужас какой-то. Ой, ну, главное, доехали. Привет. Ну, как ты? Всем привет. О, какие привет. Люди без охраны. Привет. Привет. Здравствуйте. Давай. Пойдем к столу. Давай, да, бери. Вот, мое, мое. Конечно. А ну, что? Не-не, ну как? Хорошо. Вот это выписка. Вот это в роддоме. Смотри, как улыбается. Смотри. Смотри, на меня похож, да? Да, похож. Смотри, смотри, Саня. Нет, это точно не магазин. Да не заливай. Ребят, я на минутку. Сам гонишь? Да, ты вот не перестал, Саш, да? Перестал. Давай попробуем. Ты мне ничего не хочешь объяснить, а? Ли, извини, я совсем забыл, прости. Ты же не Ира, а Инна. Зачем ты мне соврала? Затем, что тебя не касается, что хочу, то и делаю. Знаешь, мне тоже очень много чего хочется. Мне сейчас хочется выйти туда и рассказать своему лучшему другу, что я переспал с его гражданской женой. Ты не посмеешь. Хорошо, проверим. Ну вот, разбудил. Тише, тише, мой хороший, тише. Тише, тише. Погоди. Тимофей мне сказал, что ребенок родился раньше срока. И что? То, что твой сын – копия моей младшей дочки. Глупости не говори. Младенцы все одинаковые, да? Нет, не все. Старшая больше на Лидку похожа. Она была совсем другой. Ты что несешь? Ты на что намекаешь? А то, что это мой ребенок. Сроки сходятся. В этом уж, поверь, я профи, у меня две дочки. Ты слишком много суетишься и нервничаешь, и если бы я был бы неправ... Ты не прав, понял? Уходи! Если это мой сын, я никуда не уйду, слышишь? Я буду рядом с ним и рядом с тобой. Ты хоть понимаешь, за это время, как я тебя искал? Как я тебя искал? Хоть раз бы ты ответила на мой звонок. Ничего не хотите мне объяснить? И чего молчим? Это не то, что ты подумал. Это он начал. Зачем ты это сделал? Инна, я не слепой, не дурак. Вы знакомы? Да. Нет. Не слушай его. Я впервые в жизни вижу этого мужчину. Помнишь, я тебе рассказывал про Иру? Извини, друг. Я не знал, что это твоя жена. Спасибо за честность. Тимофей, подожди! Постой! Тимофей, не уходи. Не слушай его, пожалуйста. Но у нас же все так хорошо было. Да не было у нас ничего хорошего, Инна. Мы с тобой абсолютно чужие люди. Единственное, что нас связывает, это ребенок. И то в свете последних событий я настаиваю на анализе ДНК. Что? Ты не можешь меня так унизить. Я порядочная девушка. Ты сама-то себя слышишь? О какой порядочности идет речь? Ты в первый же вечер легла в постель с незнакомцем.
а потом закрутила роман с женатым мужиком. Ну, знаешь, мы живем в свободной стране, и формально я свободная женщина. Вот и оставайся свободной, а я пошел. Я тебя не пущу, я люблю тебя. Я тебя нет. Мастер. Угу. Все, нет, праздник окончен. Уходите, не хочу никого видеть. Что случилось-то? Ничего не случилось, вас это не касается. Уходите, все уходите. Ладно, пойдем, дорогая. Ну, знаешь ли, это просто хамство. Знала бы, не пришла. Да, конечно. Игорь, пойдем отсюда. Да, иди, я сейчас догоню. Идем, идем. Сейчас, сейчас. Да. Не трогай меня. Это ты все испортил. Я ничего не портил. Это ты все испортила. Ты зачем начала встречаться с мужчиной, который тебя не любит? Тимофей меня любит. Он просто обижен. Нет, он не любит тебя. Он мне сам об этом говорил. Да плевать мне, что он говорил. Я все равно заставила бы его полюбить меня. Ты все испортил. Как же я тебя ненавижу! Уходи! Я тебя видеть не могу! Игорь? Что здесь происходит? Ты идешь или нет? Иди. Иди, я сказал. Иди, я сказал, догоню! Привет. Ну чё, как себя чувствуешь, беглец? Свободным. Давненько я так не высыпался. Да. Наворотила твоя Инка дел. Она не моя. И никогда и не была. Слушай, а это самое... Чё, Игорёк? А чё, Игорёк? Настаивает на анализе ДНК. Думает, что ребенок его всегда о сыне мечтал. А от Лидки только дочки, а тут. Понятно, понятно. Слушай, а ты что собираешься делать? Катю хочу найти. Я понимаю, что у нее уже другая жизнь, другой человек с ней рядом. Но я хочу, чтобы она знала. Ой, слушай, ну... Ну, просто подумай, зачем? Ты же так все усложнишь. У девочки все уже устоялось, и вдруг бац, ты. Ты думаешь, у Катюхи мало, что ли, нервотрепки? Сейчас. И это самое... ты думаешь, что Инна так просто Игоря отпустит, что ли? Не понимаю, на что человек рассчитывает? Ну, ты ответь, узнаешь. Не хочу. Не говорить с ней, не видеть ее не хочу. Ничего, ты еще пожалеешь, что меня бросил. Я заставлю тебя страдать. Это то, что нужно. Это многовато. Сейчас, тише. Тише, мой хороший. Мама это делает, чтобы папа к нам вернулся. Он почувствует себя виноватым и никогда нас не бросит. Thank you.
подруга, Софью позови. Вещи у меня забыла. Вы знаете, Соня нет дома, давайте я передам. Не-не-не-не. Я сам. Лично хочу. Да, да, поговорить, обсудить кое-что. Я вам повторяю, Соня уехала, ее нет. Сказки только мне не рассказывай. Софья! Что вы делаете? Вы детей напугаете? Да мне плевать! Софья! Владимир, здравствуйте. Ах ты, зараза! Да, открой! Хуже будет! Да, старик. Привет. Мне нужен адрес того самого пациента. Это который в аварию попал? Да-да, Владимир Ануфриев, кажется. Блин, ну не знаю, нужно поискать. Помоги. Я твой должник. Хорошо, постараюсь. Давай, пока. Квартира 10. Инна, какая разница, сколько мне лет? Мне плохо, приезжайте. Так на чем мы остановились? Я переговорил с кредитным отделом. Банк готов рассмотреть наш бизнес-план. Замечательно. Прошу прощения. Папа, папочка, мне нехорошо. Какое совещание, папа? Через кухню, как всегда, через черный вход. Вы же меня в эти хоромы только так пускали, как прислугу. Да, а вот теперь я сам вошел. Софья! Подождите, тихо. Ее там нет, я же вам не сказал. Не надо. Караулил, сидел. Она не выходила из дома. Я точно знаю. Так что она здесь. Господи, Софья! Она была в больнице всю ночь с Владимиром. С кем? С зятем. Я ведь тогда еще догадался, что у них это между собойчик. А, тварь. Моя тетя не такая. Такая. Они все такие, понимаешь? Вы что себе позволяете? Все, я вызываю полицию. Какую полицию? Иди сюда. Сядь. И ты сядь. Отпусти ребенка. Села. Успокоились. Ничего твоему ребенку не будет. Просто. Сидим, ждем. Сидим, ждем эту тварь. Пока она не приедет и не извинится передо мной. Потому что с Николаем Савицким так никто не имеет права поступать. Сядь! Ждем.
Там моя дочь. Она, по-моему, таблеток наглоталась. Так открывайте. А не могу, ключа у меня нет, а Зять трубку не берет. Вы уверены, что она там? Дома, дома, слышите, вот. Ага. Звонок. Ну, если что, я вызвала полицию. Будем ломать дверь. Поздно. Соседи. Так а что соседи? Соседи, соседи. Там балконы смежные. Я попробую перебраться. Ну! Я же ведь к ней по-людски. В ресторан пригласил. Чтобы... Как это... Щедро. Чтоб, как у людей, от души. Она... Вот, вот это она. Максим. Что? Идем. Нет, стоять. Ребенка отпустите, пожалуйста. Иди, иди. Ну, вот, Ёня, сюда. Отпусти. Ну, отпустите. Нет, посидите здесь. Вы понимаете, что это похищение? Иди, иди сюда. Да мне плевать. Полицию она еще сыграла. Чего надо? Где Катя? Здесь нет никакой Кати. Адресом ошиблись. Странно. Сань, скажи, ты мне точно правильный адрес дал? Да, проверь, пожалуйста. Так. Это же Катина машина. Да нет, все в порядке, пока. Что здесь происходит? Там тебе все время наяривают. Ухажеры. Да так, никто. Ерунда, не важно. Фермер, я больше не хочу его видеть в нашем доме, поняла? Я даже готов вегетарианцем стать, чтоб только он мне глаза не маньячил. А то я за себя не ручаюсь, ты меня знаешь. Володь, если он тебе так неприятен, я буду сама ходить на рынок и покупать продукты. Я обещаю тебе, ты его больше не увидишь. Люблю тебя. А я тебя. Заперлись. Да. Заперлись, да? Значит так, ты сейчас берешь свой телефон. Максим, нет! Ты идешь со мной. Нет, Софии, нет, пожалуйста. Чтобы она срочно ехала сюда. Понятно? Нет. Ну, нет, надо. Ай. Ты тварь. Я тебе это знаю, что... Я... А ну, стоять! Ты как, в порядке? Я сейчас. Я же тебе сказал, адресом ошибся. Тимофей, ты что здесь делаешь? Я приехал поговорить. А она сказать?
Дура. Какая же она у нас дура. Угу. Вся в тебя. Что? Извини, нервы. У тебя всегда нервы. Ты Тимофею позвонил? Позвонил, трубку не берет. А ты попробуй еще раз. У него тут собственная жена чуть на тот свет не отправилась. А он не весь где шляется. Вот, пожалуйста. Все вы одинаковые. Как только какая-то проблема, сразу в кусты. Не надо обобщать. Может, он просто на выезде. У него в собственной квартире вызов. Доктор, что с ним? Все, все, мой хороший. В этот раз обошлось. Состояние стабильное, в госпитализации не нуждается. Но, естественно, при условии, что вы будете постоянно рядом. И еще, вашу дочь нужно будет взять на учет как суицидницу. Что? Я настоятельно рекомендую вам обратиться к психиатру. Но наша дочь не сумасшедшая. Да, но похоже, что она в глубокой депрессии. И выйти из этого состояния самостоятельно, без помощи профессионалов, ей будет сложно. Но вы не волнуйтесь, я дам вам хорошего специалиста. Если вы не хотите повторения сегодняшнего инцидента, вам нужно обратиться к врачу. Ну, все, все. Все, все. Вот, пожалуйста. Спасибо. Все, всего хорошего. До свидания. Ну, все, все, все. Катя, ну скажи им, что я просто вещи принес, и все. Сумку, шубу, просто вещи принес, и ай! Что он хотел тебе? Не от меня, а от Сони. Хозяйка дома. Она не ответила на его симпатию, вот он взбеленился. Но все равно это его не оправдывает. Согласна. Так, зачем ты приехал? Кать, я знаю, что у тебя уже другая жизнь. Но я хотел, чтобы ты знала. Я расстался с Инной. Похоже, она обманывала нас двоих. Ты о чем? Она была беременна, но только не от меня. Таким образом, она хотела, чтобы мы расстались с тобой. Этого не может быть. Она даже не знала про нас с тобой. Знала, Кать. Она все знала. Я сам ей все рассказал. Катюш, я все еще. Я бы хотел. Тимофей, ответь, пожалуйста. Вдруг что-то важное. Да. Да, что случилось? Как наглоталась таблеток? Хорошо, сейчас приеду. Что случилось? Инна хотела покончить с собой. Таблеток наглоталась. Катя, Катя. Катя, я сейчас съезжу туда и вернусь. Слышишь, Катя? Тимофей. Не надо никуда возвращаться, пожалуйста. Ты прав. У меня новая жизнь. Я встретила другого человека. И я его люблю. А ты должен ехать к Инне.
Прости, доченька, но я не могу вернуть тебе папу такой ценой. Не от него. Пап, я просто хотела нормальную семью, чтобы все как у людей. Ну почему я такая неудачница? Почему меня никто не любит? Что ты, родная? Я тебя люблю. Я тебя очень-очень люблю, солнышко. Очень. Папочка. Люблю. Все, я здесь, я рядом. Все хорошо, доча. Все хорошо. Здравствуйте. Все хорошо. Все. Игорь. Все, я рядом. Здравствуйте. Здравствуйте. Я, пожалуй, пойду к внуку. Тимофей позвонил, все рассказал. Я от Лиды ушел. Что ты? Не плачь, пожалуйста. У нас с тобой будет все хорошо. Я тебе обещаю, мы прорвемся, слышишь меня? Я тебя очень люблю. Катюш, ну, может, все-таки останетесь. Ну, а что? Места в доме достаточно. После всего, что вы для нас сделали, вы уже практически член семьи. Ну, конечно, Катюш, оставайтесь. Мы будем очень-очень рады. Ой, спасибо вам большое. Ну, погостила и хватит. Владимир, у меня единственное к вам разговор. Если можно, наедине. Конечно. Максимка, пойдем. Угу. Хочешь теплого молока? Пойдем налей. Присаживайтесь. Слушаю. У меня к вам просьба достаточно странная. Я уже заинтригован. Говорите. Вы не могли бы какое-то время побыть моим женихом? Женихом? Ну, Кать, ну, вы же знаете, что мы с Соней женимся. Я в другом смысле. Мне жених нужен временный, ну, понарошку, только для того, чтобы отвадить одного человека. Ну, так уж получилось, что он уже думает, что вы мой жених, и что у нас все серьезно. Что это за человек? Отец моей дочери. И
что не так с этим парнем? Нет, с ним все так. Он работает в скорой помощи. Собственно, он оказывал вам помощь после аварии. И нас с Максимом от Николая спасал. Что я его должник, я понимаю. Я не понимаю, почему, если он такой хороший, как вы говорите, и у него есть дочь, почему вы не должны быть вместе? Но все не так просто. А в чем сложность? У него есть гражданская жена. Ну, и что? Если он ее бросит, она может натворить глупости. Я не хочу быть виноватой в чьей-то смерти. Я просто не смогу с этим жить. Я понимаю. Владимир, помогите мне, пожалуйста. Я помогу. Ну что, давай прощаться. Подгузники положили? Да, вроде бы все собрали. Он на руках только засыпает. Слушай, друг, ты меня прости, что все так получилось. Да ладно, Игорь, ты тут ни при чем. Знаешь, как показывает практика, все, что не делается, все к лучшему. Надеюсь, это не значит, что нашей дружбе конец. Не дождешься. Ну все, я собралась. Ладно, созвонимся. Давай. Давай. Пока. Прощения просить не буду, все равно не простишь. Но кое-что я все-таки могу для тебя сделать. Я в этом очень сомневаюсь, Инна. Уже ничего не исправить. Думаешь? Последний раз, когда я видела Катю, она была беременна. Что? Беременна от тебя. Что ты сказала? Счастливо оставаться. Здрасте. А я вас знаю. Меня Тимофей зовут. Я хотел бы с Катей поговорить. О чем? О ее ребенке. Или скажете, что он ваш? Вообще-то Кати дома нет. Но вы проходите. Привет. Как ты узнал мой адрес? Владимир дал. Тихо. Ну что ты? Принцесска. Владимир не мог. Он не твой жених. И не твой муж. И не отец твоего ребенка.
потому что это все я. Я.